Меры по противодействию стихийной торговле обсудили на рабочем совещании в администрации Северского района. Несмотря на наличие специально отведенных мест, в том числе социальных рядов, торговцы продолжают устраивать стихийные рынки в любом удобном для них месте. Прямо с земли продают овощи, фрукты и даже продукцию животного происхождения. Для пресечения нарушений разработан поступательный алгоритм действий. Напомню, что главам поселения было рекомендовано проводить регулярные рейды по местам осуществления стихийной торговли, обеспечить взаимодействие со службой судебных приставов по взысканию штрафных санкций, разработать порядок взаимодействия органов власти с правоохранительными органами, казачеством и общественностью, вести активную пропаганду нетерпимого отношения к стихийной торговле среди населения посредством социальных сетей и других информационных ресурсов. В ряде поселений на территории района эта работа не выполняется, либо ведется формально. Руководитель муниципалитета поручил местным главам регулярно проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли с привлечением казаков и полиции.